Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Hollow Knight, а точнее я перезаписываю это видео. Здесь я буду проходить все на третью концовку, на концовку, которую считают все каноничной, хотя и разработчики заявили, что любой исход событий в конце этой игры мог иметь место, и мне на самом деле очень интересно. А может быть, вообще какой-то другой конец будет. То есть мы узнаем истинную концовку только когда выйдет вторая часть игры. И... А может быть, даже и не узнаем. Может быть, нам это будут говорить только в каких-то письменах, которые будут как-то зашифрованы и будут очень все туманно. В общем, очень это все интересно, но хотелось бы самой увидеть эту концовку, дойти до нее, победить. И... Что я хочу сразу же сказать, что я не в первый раз уже записываю это видео, потому что я... Благо вовремя. Благо прошлое видео было достаточно коротким, и там это особо не играло роли, потому что вы все видели, как я прошла уже Полого Рыцаря, да, это первый раз. И, по-моему, он тоже немножко лагал у меня. Но, тем не менее, немножко проседала FPS, это было неприятно глазу, поэтому я решила, пока все-таки до конца не прошла, я лучше перезапишу, поэтому, ну, предупреждены, вооружены. Единственное, что, конечно, пострадала небольшая видеовставка, но я вам скажу чуть позже, в чем там суть. Есть такой нюанс. Каждый раз при моей смерти я буду вынуждена убивать Полого Рыцаря заново. И это такой, я бы сказала, большой минус, потому что, ну, это не круто. Давайте попробуем еще раз его убить. Я бы сказала, в какой раз, но... Это будет слишком преждевременным спойлером. Ай! Вот эта вот болезненная штука. Странное какое-то поведение у него было. Надо вовремя успевать шифтовать. Как-то я постоянно не делаю этого. Во всяком случае, не вовремя точно. Надо не расслабляться, потому что мне его еще много раз побеждать, потому что я с первого раза, конечно же, концовку не получу. И я думаю, вы сейчас все поймете, почему. Тише. Музыка, конечно, здесь превосходная, просто прекрасная. Но до чего же грустная? И вот здесь на него нападает Хорнет. Она нам помогает, и мы должны сразить его для получения концовки именно гвоздем грез. Именно. И никак иначе. Только так. И мы переходим кое-куда. А, нет, слушайте, перезашла в игру и показывают снова эту видеоставку. Отлично. Просто прекрасно. Потому что... Как-то я думала, ее не будет. Но это замечательно, здорово. Она самая. Лучезарность. Я уже изрядно попотела на ней. И успела некоторые нюансы изучить. Но, тем не менее, я лишь пару раз продвигалась... Чуть дальше она наносит урона по 2.
И это хуже всего, наверное, что можно представить, потому что... Ну, это больно, видите? В общем, я буду пытаться ее победить, и вот сейчас мне на очередную попытку потребуется еще раз убить полого рыцаря. И так постоянно, поэтому... Наслаждайтесь зрелищем, я думаю. Вот. Надеюсь, у меня получится ее победить намного быстрее. Ну что ж, вот такой он конец, третий. Знаете, многие говорят, что стоит пройти сначала в бездну, получить эту этему, собрать обязательно
два вот этих осколка, да, после этого, естественно, в бездну, точнее, и только потом идти к полому рыцарю, чтобы получить сразу же эту концовку, потому что остальные концовки того не стоят. Но, с другой стороны, я увидела несколько вариантов того, чем это все может закончиться, и на самом деле мне весьма и весьма доставило. Правда, правда, мне доставило, и... Я даже скажу, что мне хотелось бы еще подобных концовок побольше, как ни странно, хотя и лучезарность меня, мягко говоря, как бы это сказать более, да, цензурно, довела. Вот, но тем не менее, все равно она имеет место быть, и, черт возьми, этот босс был интересен, в нем было много механик, это действительно был интересный, и я бы сказала, сложный босс, да, ну, он долгий достаточно, то есть постоянные вот эти вот смены фаз. Вы видели прекрасно, сколько у меня было попыток, и далеко не все из них кончались достаточно поздно, да, потому что по большей части эти попытки все заканчивались где-то на первой фазе, то есть до вот этой вот переходки, и это... Это было долго. Это было достаточно долго. Я долго его осваивала. Единственное, что я так и не поняла, почему... Ну, босса имею в виду. Естественно, это она. Единственное, что я не поняла, почему иногда я шифтую нормально через клинки, а иногда нет. Но это уже какие-то, наверное, частности и странности. И, наверное, я это когда-нибудь пойму. Возможно, когда буду монтировать это видео или еще как-то, не знаю. Но, тем не менее, я рада, что прошла сейчас эту игру в третий раз. Ну как, не полностью, я имею в виду концовку. Как-то я уже заговариваю, знаете, постоянно уже в глаза слепит от этой лучезарности. Она меня просто ослепила. Но босс крутой, босс хороший. Насчет концовки... Могу сказать, что, ну, наверное, не зря ее считают, в принципе, истиной заочно, да, вот концовкой. Хотя и сама по себе она таковой не является, потому что все развития событий имеют место быть, как говорили разработчики. Но вторая игра расставит все на свои места. И мы все-таки увидим, чем действительно это закончилось. Хотя, может быть, и нет, как я уже говорила. Возможно, они сделают как-то так, что либо мы будем находить какие-то свитки о том, какой был где-то рыцарь или еще что-то. То есть будут из уст в уста переходить эта информация. Либо, возможно... Ну, это мои предположения, да? Либо, возможно, вообще это ничего не расскажет. У нас будет совершенно отдельная история, которая, ну, совсем чуть-чуть будет упоминаться. Совсем чуть-чуть. Мне очень грустно в этой концовке, что мы, получается, окончательно лишаемся полого рыцаря. То есть, да, конечно, получилось так, что освободилось королевство от влияния лучезарности, судя по всему. Но... Как бы вам сказать? В предыдущих двух концовках хотя бы он оставался запертым в яйце, и была возможность, что она, Хорнет, потом придет и... Ну, ладно, допустим. Во второй концовке, если она выберется из яйца. Но если... даже она выберется, да, либо она вообще туда не попадет, и мы остановимся на первой концовке, то есть возможность, что будет спасен полый рыцарь и королевство в том числе, но чуть позже. Я не знаю. Хотелось бы, чтобы на самом деле для всех все закончилось хорошо, но погибло достаточно много персонажей, в том числе и до того, как вообще мы в эту игру попадаем, то есть предыстория. Тут же игра наполнена трупами, оболочками. Это очень грустно. Я не знаю, буду изучать это дальше, и дальше нас ждет, если у меня получится сделать еще несколько концовок,
Собственно, вы видите, да, за сколько часов я, получается, это все сделала. Если оглядываться чуть-чуть назад на то время, с которого я прошла предыдущий выпуск, предыдущую концовку, ну, это уже частности. Но, тем не менее, было интересно. Было интересно. Есть еще что пройти в этой игре. В который раз уже, наверное, на канале люди ждут, когда я наконец-то закончу проходить Hollow Knight. И знаете, ребят, на самом деле, я. Ну, выпусков, наверное, у нас немного осталось впереди. Но это будут насыщенно тяжелые выпуски, потому что они сложные. Это осталась очень тяжелая часть, которую надо будет осилить, освоить. И все совсем не так легко. Боже, у меня разблокировался новый экран. Это прям, да. А я ж смогу вернуться на последнюю скамейку? Мне интересно, я хочу посмотреть. Или у нас будет заперто, заперт храм в итоге. Или нет. Или да. Ну, или как в первой, второй концовке, мы просто увидели ее и все. Слушайте, ну да. Ну да. И мы все еще, получается, можем пойти к полому рыцарю. Ну, это и хорошо. Это очень хорошо. В общем, да. Три концовки мы увидели, это здорово. Ну, а я, пожалуй, откланиваюсь и увидимся с вами в следующем выпуске, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно же, я жду ваших комментариев. Всем пока-пока и до встречи.